давление, говорят, проводка. Зная то, что данные складские помещения, здание самого большого объема, поэтому силы и средства изначально были направлены по второму номеру вызова, по повышенному данный вызов не подтвердился, ввиду того, что соблюдены конструктивные требования правил пожарной безопасности, а именно здание разделено на пожарные отсеки. Поэтому загорание было остановлено, в принципе, в пределах пожарного отсека. То есть дальнейшего распространения пожар не получил. Предварительную причину сейчас на данный момент сказать не можно, но, скорее всего, какой-то технологический процесс проводился.